Меня зовут Татьяна, я пайщица кооператива. Моя мечта была приобрести квартиру в Москве. Так как я приехала из Украины, для меня была это единственная возможность. Вы знаете, настолько я довольна этим, в том, что есть такая возможность для моих, так сказать, земляков. И у меня квартиру я планирую не одну, а даже еще для своих сыновей. Поэтому вот такая возможность шикарная. Когда каждая, я почему изучила это, каждое действие соответствует букве закона. Спасибо.